Привет, друзья! У нас солнечно, я снова на даче. И сейчас хочу показать вам прикол один с семенами из Фикспрайса. Сейчас пойдемте покажу. Так, и вот он, собственно, прикол. Вы видите, помните, я в одном из видео говорила, что я не помню, что именно сажала на рассаду, потому что не подписала коробку. Вот, оказалось, что это табак, самый, что ни на есть, настоящий. И эти семена я покупала в Фикспрайсе. То есть, видите, какой он гигантский, у него огромные листья, которые идут на сбор. Их закручивают, из них делают сигареты. Вот. И рядом я вам покажу вот этот. Это мне давала рассаду соседка. Это, собственно, декоративный табак. Вот он такого зелененького цвета, зелененькие цветочки. И по сравнению с фикспрайсовским, этот вообще милипусечный. И вот тот. Так что имейте в виду, что в фикспрайсе не всегда декоративные цветы продают. Иногда продают самые, что ни на есть, натуральные. Совсем не декоративные. Вот. Вот весь прикол. «Найди кота» называется. Кто это тут сидит, меня ждет? Кто это наблюдает за мамкой? А? Кто это мохнатая кошка? Кто это кошка мохнатая? Кто это мохнатая косечка? А? Да, покрутись, покрутись. Покажи, какая ты красотка. Да, какая красотка. Какая. Ну, кто? Давай, иди. Все, устала. Все, попозировала и хватит, да? Много надо-то. Че я вам? Топ-модель, что ли? Где? Я лучше погреюсь на солнышке. Вон какое солнышко дались. Какое солнышко. Так, вот, друзья, что я еще хотела сказать. Хотела сказать, что я уже обрезала вот эти два куста гортензии. И вот остался еще один, чтобы подготовить к зиме. То есть я убрала какие-то старые засохшие ветки. Старые вот такие вот пожухлые коричневые цветоносы замерзшие. Чтобы куст не тратил силы на вот эти вот цветоносы, а подготовился, собственно, к зиме, к холодам, потому что ночью уже довольно холодно. У нас сегодня было плюс 5 ночью. Вот, это, можно сказать, первый мороз. С утра был иней, который я не застала. Он уже подрастаял, когда я встала. Вот, так что вот так вот готовимся к зиме. Сейчас покажу еще, какие изменения произошли. Так, как вы видите, сарайчик преображается. Собственно, он практически полностью обит изнутри. Осталась только задняя стенка и потолок. А снаружи он пока не обивался, мы пока подготавливаем доски, их пропиткой пропитываем. И сейчас думаем, как какой бы день выбрать, чтобы сразу прибить и сразу покрасить. Вот. Проблема лишь в том, что краска должна сохнуть сутки между слоями. Поэтому вот так вот. Пока что не знаем, как это будет происходить. Возможно, придется приехать посреди недели. Вот. Либо сначала красить доски, потом их прибивать. В общем, пока не решили еще в раздумьях.
Вот, но нужно все-таки снаружи тоже обить до зимы. Так что вот так вот. Еще хотела показать вам свои перцы. Я вообще не понимаю, что это за сорт. Вот эти светлые я покупала, по-моему, в фикс прайсе. Я вам показывала. Вот тут висят огромные перцы. Они не замерзли ни черта. Вот там есть сорт потемнее. Вот видите, крупные такие темно-зеленые. Это я не помню, где покупала. Потом подпишу на видео, если интересно. По идее, вот этот темный — это ранний сорт. Сейчас уже конец сентября. Какой нафиг ранний сорт? И они не замерзают, они продолжают расти. Единственное, что вот эти вот желтые, они немножко, видите, стали какие-то сизы, какие-то фиолетовые на них пятна. Вот, но они не замерзшие плоды висят. Это только одна грядка, вторая грядка в таком же состоянии, и третья грядка вообще там цветут перцы в состоянии цветения. Я ничего не понимаю в этом году. Абсолютно ничего не могу понять, что с перцами происходит. Вот, пока не думаю их собирать. Может быть, срежу более крупные плоды, но не уверена. Вот, в общем, держу вас в курсе.